Всем привет! Давно известно, чтобы путешествовать быстро и комфортно, нужно выбирать самолет. Этого правила придерживаются лидеры государств. Они готовы отдать большие деньги к разочарованию людей, которыми они руководят, чтобы приобрести самый шикарный и модный самолет. Предлагаем обзор самых дорогих и роскошных президентских бортов, оборудованных по последнему слову техники, со столовыми, спа-салонами и комнатами, дизайн которых позавидуют самые роскошные гостиницы и королевские дворцы. 20 место. Falcon 900EX Ghana. Стоимость самолета 37 миллионов долларов. И когда он впервые появился, то вызвал интерес во всем мире. Несмотря на мнение, что это слишком дорогой самолет, президент Ghana не отказался от его приобретения. Falcon 900X – это один из двух самолетов серии Falcon 7X. Он создан для длительных перелетов, оборудован топливными баками, которые без дозаправки обеспечивают перелет на расстоянии более 8000 километров. Самолет также оснащен турбодвигателями и лучшей электроникой. Скорость самолета 950 км в час, но может набрать и до 1040 км. 19 место. Ил-96-300 Россия. Президент России путешествует по миру на самолете Ил-96-300, стоимость которого составляет 50 миллионов долларов. Он оснащен 4 турбодвигателями PC-90 и является первым широкофюзеляжным самолетом в СССР. На борту могут разместиться 262 пассажира. В 2015 году Министерство обороны заказало новую версию самолета. Существует единственный вариант. 18 место. Airbus A319 Бразилия. Мощный самолет Airbus A319 еще недавно был представлен на выставке в Дубае. Его стоимость 81 миллион долларов, а принадлежит он президенту Бразилии Дилме Руссе. На борту пассажиры оказываются в полном комфорте и роскоши. К их услугам предоставлены вычурные кресла, приятное освещение и единственный выход. Это очень экономный самолет с низкой степенью выбросов. На борту самолета могут разместиться 160 пассажиров. Длительность полета составляет 3750 км. 17 место. Boeing 737 Тайвань. Маинцу приобрел частный самолет Boeing 737 за 90 миллионов долларов. Он оснащен новыми крыльями, форма которых улучшает качество полета, системой приземления и другими техническими новинками. Новый Boeing летает быстрее и выше, а топливо расходует на 22% экономии по сравнению с ранними моделями. Самолет обладает высокими аэродинамическими характеристиками, низким уровнем шума и роскошным салоном, оснащенным светодиодным освещением и всем необходимым для комфортного полета. 16 место. Airbus A319 CG, Италия. За такой же самолет Airbus A319, как у Джорджо Наполитано, необходимо будет положить 90 миллионов долларов. Самолет построен для грузовых и пассажирских перевозок с комфортом. Оснащенный авиадвигателями CFM56S, самолет является мечтой любого пилота. Он оборудован 6 экранами управления и контроля, боковой ручкой управления и электродистанционной системой управления Fly-by-Wire. В этом самолете для создания все создано для безопасности пассажиров. 15 место. Airbus A340-200 Египет. Стоимость широкофюзеляжного с 4 турбовентиляторными двигателями самолета Airbus A300-200 составляет 166 миллионов долларов. Он оснащен стеклянной кабиной пилота, светодиодным освещением, бортовым разветвлением центра. 14 место. Самолет судного дня США. Самолет, принадлежащий Бараку Обаме, называют самолетом судного дня. Стоимость самолета, от таких всего 4, 220 миллионов долларов. Детальные характеристики по понятным причинам не разглашаются. Единственное, что известно, он может пережить ядерный взрыв, столкновение с астероидом и серию террористических атак. 13 место. Airbus A330-200 Франция. Разрекламированный как экономный и мобильный самолет президента Франции Франсуа Оланда стоит 240 миллионов долларов. Airbus A330-200 рассчитан на короткие и долгие перелеты. На борту можно разместить 247 пассажиров, поэтому салоны оснащены так, чтобы можно было проводить деловые встречи и совещания лидеров государств в воздухе. Самолет оборудован светодиодным освещением, суперудобными креслами и койками для экипажа. 12 место. Airbus A340-500 Тунис.
Более туристический президент доволен самолетом стоимостью 238 миллионов долларов или нет, но после отставки Зин Эль-Абидин Бен Али правительство страны решило продать самолет. Несмотря на ценные технические характеристики, его использовали очень редко. На борту могут разместиться 250 пассажиров. Дальность полета составляет 15-16 тысяч километров, а скорость 590 км в час. 11 место. Airbus A340-313, Германия. Самолет стоимостью 238 миллионов долларов впечатляет и отвечает всем техническим и эстетическим требованиям. Кроме перевозки глав государств, самолет участвовал в благотворительных рейсах, например, эвакуировал ливанских беженцев в 2011 году. Без дозаправки он способен преодолевать расстояние 15-16 тысяч километров, взять на борт 143 пассажира. Кроме салона для VIP-персон, здесь очень много спальных. Ставь лайк и подписывайся на канал.